também dizer que quero dizer a mim se eu não tenho problemas se os namíes vão no 51 или 69 e короче говоря, у меня много имен. К сожалению, я напарник с собой не могу взять, но вы понимаете. Он появится там, как только появится. Извините, мой. Да, задание Ну, принято, итак. выезжаем. Извините, магия телепортации. Короче, карточку, чувак, подожди. Чувак, выйди из машины. Я говорю, чудеса респауна на парня, здорово. Так, теперь нам надо... Посмотреть на карту, что-то вот этот хоть не... Да ёханый бабай, ну на. Ещё сейчас мы встретимся. До свидания. И вот так вот просто выезжаем. Красиво просто их. Пару включили, все поехали, все погнали. Наше знаменитое кафе. Давайте немного. Мне было сказано, что... типа того. Что-то мы не досмотрели. Пойдем. Это не кафе, это гостиница, здорово. Вот как раз да. Фотографии свидетельств НЛО. Отмеченные точки на карте, но мы не будем утруждаться, потому что специалистами было выяснено, что оказывается ничего такого там нет. Я вообще, если честно, не понимаю, как можно без программного кода что-либо сделать. Ну, речь не об этом. Речь о том, что же на этой станции 69 или 51, или как ее еще там называют. Погнали. Вы прием окажет. До свидания. Так отлично, мы на месте, друзья мои. Сейчас мы будем исследовать.
гаражи. Тихо, братья. Это пункт управления камерой. Так, сейчас, минуточку. Так, отлично, напарник здесь. Короче, мы будем исследовать с ним. Давай, пошли. Пошли. Так, короче говоря, да. Ну что, друзья мои, можно с уверенностью сказать, что во время миссии только можно попасть в этот бункер, который обозначен с картами, действительно, что видосик как сделаю в конце. Thank you.
ссылку на канал оставлю, может быть, того человека. Ну, короче, вот так вот, друзья мои. Вот так вот. А хотя сейчас будет вставка, а потом... Кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами был Джек Фрост, всем пока-пока.